Успеть в срок. О том, как продвигается строительство новой современной школы в микрорайоне авиаторов, отчитались руководство региона. На Рейнмаре стартовала всероссийская акция «Почетный караул». Кому из юных жителей округа выпала честь нести почетную вахту памяти? К 2024 году в Ненецком округе должны появиться несколько новых школ, домов культуры, а также детский технопарк «Ванториум» и не только. Все это построят в рамках реализации национальных проектов, утвержденных президентом России. Когда жителям Нарьян-Мара ждать открытия химчистки, узнаем в ближайшие 20 минут. С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский проинспектировал ход строительства школы номер 3 на 700 мест по улице Авиаторов. Новая школа представляет собой целый комплекс, который включает несколько корпусов, два спортивных зала, гараж и автокласс. Наша задача, чтобы она стала такой действительно образцовой, современной школой. Нам хочется здесь применить все современные технологии, которые сегодня доступны в образовании, и действительно сделать ее такой школой номер один, чтобы она, так сказать, стала локомотивом развития образования в округе. Подробнее о визите главы региона на строящийся объект расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Накануне на строящейся школе номер 3 побывали депутаты окружного собрания и представители окружных профильных департаментов. Решение посетить объект было принято на одном из заседаний постоянной комиссии по образованию, культуре и спорту регионального парламента. На сегодняшний день готовность одного из корпусов, где разместится начальная школа, составляет 80%. Сейчас предоставит нам департамент образования и департамент строительства утвержденный дизайн-проект, и, соответственно, на нему будут выполнены все работы. Вот. Инженерное оборудование, разводки выполнены 100%, значит, осталась только установка санфаянса. Вот. Так что, в принципе, готовность, можно сказать, здесь на 80%. В корпусе средней школы начались отделочные работы. Смонтирован актовый зал и столовая. В спортивном зале идут монтажные работы. Корпус номер 3 и номер 4, значит, штукатурная работа, ну, мокрые процессы все выполнены, осталась только отделка. Ну, просто мы туда не подаем тепло. Почему? Потому что энергоснабжающая организация, ну, завязана с роддомом, мы не можем просто сделать врезку. Не хотят останавливать роддом. То есть мы их переносим на более теплые. Ну, я думаю, нам где-то полтора месяца на корпусе, думаю, нам хватит. Параллельно с отделкой помещений будут вестись работы по благоустройству территории школы. В проекте есть, конечно, ряд решений, которые нам приходится корректировать вместе с авторским надзором и с центростройзаказчиком. Это, например, мы хотим бетонные работы по тротуарам и проездам заменить на плитку и асфальт. Отмостка также будет сделана в асфальте. Мы для этого, конечно, необходим ряд мероприятий, в том числе и корректировка проектной документации с утверждением заказчиком. Эту работу мы сейчас проводим. Напомню, школа на 700 мест в районе Авиаторов будет представлять собой комплекс, состоящий из 4 корпусов. Это здание начальной и основной школ, спортзал со столовой и спортзал с актовым залом на 300 мест. Все эти сооружения соединят между собой теплые переходы. Финансирование строительства объекта ведется из двух источников – окружного и федерального бюджетов. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу года. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Всероссийская акция «Почетный караул» стартовала сегодня в Ненецком округе. Школьники из военно-патриотических объединений «Каратайки», «Усть-Кары» и «Индигиомы» заступили в почетный караул у обелиска Победы в Нарьян-Маре. Нести службу они будут с 25 апреля по 6 мая. Затем к ним присоединятся учащиеся всех городских школ и поселка Искателей, обеспечив почетную караульную службу у всех памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Честь открыть почетный караул на посту номер 1 в Нарьян-Маре в этом году выпала школьникам патриотического объединения из поселка Усть-Кара. Леонид Хатанзейский, ему сейчас предстоит заступить на вахту, перед ответственной миссией побывал на форуме юноармейцев, прошел дополнительную подготовку у себя в поселке. Мне в школе сказали, что мы полетим здесь стоять в почетном карауле. Это было в начале месяца, наверное. И мы в школе тренировались, стояли. Его товарищ Андрей Черникин имеет опыт внесения вахты. В прошлом году он также стоял в карауле. Вот меня спросили, можешь ли ты постоять возле обелиска? Я сказал, да, я могу. Потому что это долг, честь стоять здесь, отдавать дань погибшим. В этом году участие в акции принимают юноармейцы из 4 муниципальных образований. Перед несением службы они проходят строевую подготовку, инструктаж по технике безопасности и занятия с личным составом в Нарьян-Маре.
после чего несут вахту обелиска Победы, а затем у памятников и обелисков в своих родных населенных пунктах. Ребята хорошо себя показывают, проводятся тренировки еще у них на местах, вот, где они учатся. Мероприятия давно готовились, вчера, в данном случае их как раз проверяли тоже. Подготовили, одели тепло, ребята не заболеют, то есть проверено. И головные уборы, то, что они стоят в беретах, головные уборы на всякий случай взяли шапки, то есть если им будет холодно, их еще укомплектуют. 7 мая в почетный караул заступят городские школьники и ученики школы поселка Искателей. 9 мая к несению вахты присоединятся школьники и студенты во всех муниципалитетах Ненецкого округа. У всех памятников, посвященных подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Вместе с почетным караулом сегодня в регионе стартовала акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая волонтеры Победы совместно с юноармейцами, совместно с добровольцами будут раздавать георгиевские ленты не только в городе Ненецк, но и по всему округу. Всего планируется раздать порядка 15 тысяч ленточек. Муниципалитеты посылки с патриотическим грузом уже доставлены. Получить заветную ленту из рук волонтеров можно будет вплоть до праздника Дня Победы. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализован в Ненецком округе в рамках двух региональных проектов. Их паспорта утверждены накануне управляющим советом при губернаторе региона по организации проектной деятельности. В целом члены совета утвердили 26 паспортов из 45 в новой редакции. В частности, в рамках нацпроекта будет реконструирована дорога Нарьян-Мар-Красная. Речь идет об участке, который располагается непосредственно в поселке. Это 1,5 километра дороги. Согласно техническому заданию, планируется весь комплекс дорожных работ. Замена дорожного покрытия, устройство тротуаров и объектов наружного освещения, перенос и переустройство инженерных коммуникаций. Реконструкция по условиям контракта должна быть завершена не позднее 20 декабря 2020 года. Реконструирована будет и автодорога Нарьян-Мар-Искателей. На ней появятся тротуары и велосипедные дорожки, автобусные павильоны, автостоянки, энергосберегающее освещение, дорожные съезды. Тротуары будут подготовлены для маломобильных групп населения. Подробнее о мероприятиях, запланированных в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в НАУ, мы расскажем в следующих выпусках новостей. К 2024 году в Ненецком округе должны появиться несколько новых школ, домов культуры, а также детский технопарк «Вонториум». Все это построят и создадут в рамках реализации национальных проектов, утвержденных президентом России. Напомню, наш регион участвует в 11 из 12 нацпроектов. В частности, они связаны с переселением граждан из аварийного ветхого жилья и развитием транспортной инфраструктуры. Но сегодня на специальном брифинге представители регионального департамента образования, культуры и спорта рассказали о тех проектах, которые непосредственно реализуют профильное ведомство. Итак, что предстоит сделать за ближайшие 5 лет и что уже сделано, узнаете из следующего материала. Брифинг с участием руководителя профильного департамента и вице-губернатора, курирующего вопросы образования, это лишь начало серии встреч с представителями региональной власти, курирующими нацпроекты. Сегодня перед департаментом образования стоит целый комплекс задач. Например, масштабная модернизация существующих образовательных учреждений. Они должны соответствовать современным требованиям, чтобы комфортно было не только ученикам, но и педагогам. Между тем, это и строительство новых зданий. Только в этом году свои двери должны распахнуть школы, расположенные на Вятров, а также в поселке Индиго. Дальше больше. Планируется строительство школ в Нельминосе, Шойне и Бугрино. Кроме этого, если говорить, может быть, подетальнее по оснащению материально-техническому, да, по тем школам, в которых оно планируется, это ряд городских школ, школа номер 1, 3, 4 и 5, и также школа поселка Искателей и школа в Оме. В планах и возведение коррекционной школы-интерната. Без помощи федеральных денег здесь, конечно, не обойтись. Участники брифинга заявили, подать заявку в правительство страны на реализацию данного проекта возможно будет лишь в 2023 году. Не стоит забывать и о школе в поселке Искатели. От ее строительства сегодня никто не отказывается. Следующий региональный проект – «Успех каждого ребенка». В рамках него в округе на базе будущего молодежного центра создадут технопарк «Кванториум». По сути, это новый вид дополнительного образования, еще и профориентация. Дети сами придумывают проекты и сами их реализуют в числе площадок робо, IT, био, гео и аэроквантумы. Все занятия будут проходить бесплатно. Если сейчас мы привыкли, что наши дети зачисляются на образовательные программы, да, и эта образовательная программа реализуется в течение года или многих лет, если это музыкальная школа. Программа «Кванториума» — это модульный блок,
рассчитанные на 3 месяца обучения, где детей учат проектной деятельности. То есть они выбирают новый интересный проект, сами его реализуют, собирается команда, и, в общем-то, потом они защищают данный проект. Если это более значимый уровень, дальше они защищают его потенциальным работодателям и могут продвигать его в дальнейшей деятельности. Ну вот мы участвовали, в частности, смотрели опыт других регионов к реализации данного проекта. Ну, допустим, проект в Калининграде. Здесь ребята 14-15 лет, они являются победителями общероссийского конкурса. Их проект заключался в том, чтобы обеспечить доступную среду для слабовидящих людей. Помимо стационарного технопарка, власти региона намерены приобрести и мобильный, чтобы уникальная среда для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям была доступна не только городским, но и сельским детям. Еще один важный нацпроект – «Учитель будущего». Задача – помочь педагогам постоянно развиваться, совершенствовать свои навыки и умения. То есть в этом плане что планируется? То есть в рамках цифрового образования у нас все учителя должны пройти переподготовку с использованием новых информационных технологий. Между тем, в рамках проекта появится 2 специализированных центра. Первый позволит местным преподавателям непрерывно обучаться. Второй будет отвечать за независимую оценку качества деятельности педагогов. Для каждого учителя разработают так называемую индивидуальную карту. Не забудут и о студентах. Молодые профессионалы. Проект, направленный в том числе на переоснащение региональных СУЗов. В числе задач создания необходимой материально-технической базы, которая позволит обучать бывших школьников по новым стандартам. У нас планируется за 5 лет переоснастить порядка 9 мастерских, потому что у нас в большей степени это направленность как раз техническая, да. То есть здесь мы и ветеринарию переоснащаем, да, и поварское дело, IT-технологии, те, которые у нас реализуются на базе педагогического колледжа. То есть все эти направления также получат поддержку. Благодаря реализации еще одного регионального проекта на территории округа до 2024 года построят сразу 3 новых дома культуры – в Искателе, Нижней Пёше и Нельминосе. Конечно, с привлечением средств из федерального бюджета. Кроме того, капитально отремонтируют 8 существующих ДК, те, в которых работы не проводили отродясь. Сразу отмечу, что на сегодняшний день в бюджете у нас уже предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации по 4 домам культуры. Первый этап у нас дома культуры Красная, Ома Коткина и Верхняя Пёша. Также в рамках проекта в регионе появятся так называемые модельные библиотеки. Они станут многофункциональными центрами культуры, местом притяжения граждан. То есть посетитель сможет не только взять на дом книгу, но и, например, свободно воспользоваться интернетом или провести там деловую встречу. Администрация округа уже ведет работу по созданию дизайна проекта будущей модельной библиотеки. Первая должна появиться в поселке Красная. Олег Хатанзийский, Вадим Стасюк, Антон Водряков, телеканал «Север». Российский союз сельской молодежи объявил конкурс на выявление общественных лидеров. Участие в конкурсе могут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях. Также конкурсанты должны иметь специализацию или осуществлять профессиональную деятельность в сфере образования, спорта, медицины, культуры, экологии и предпринимательства на селе. На тему «Село. Точка. Уехать нельзя, остаться. Поставь свою запятую». То есть конкурс направлен на то, чтобы молодежь от 18 до 35 лет дала свои идеи, свое видение проблем, свое видение того, как можно наше село развить, ну и в принципе лучше понять ситуацию, потому что кто, как не они, кто там живет, работает, знает ситуацию. До 20 мая ребятам и девушкам нужно зарегистрироваться на сайте. Информация о конкурсе более подробно о том, как какие правила предъявляются к эссе, к видеоролику о проекте сельском. Там все написано. Так что, молодые люди, надежда на вас. Пожалуйста, регистрируйтесь, участвуйте в конкурсе. Победители конкурса примут участие в ежегодной встрече председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с тружениками социальной сферы села. В Ненецком округе продолжается подготовка к предстоящему паводку. Затоплению или подтоплению периодически в разные годы подвергаются 16 населенных пунктов, расположенных в бассейнах рек Печора, Виска, Красная, Колва, Адьва и другие. Вскрытие ледяного покрова и прохождение ледохода ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним. В районе Наринмара ледоход ожидается 29 мая с погрешностью в неделю. На сегодня заключены 2 аукциона, 2 контракта. То есть проведены 2 аукциона, заключены 2 контракта на проведение мониторинга паводковой ситуации, то есть мы дополнительно
оплачиваем установление 12 постов водомерных и на проведение мониторинга авиационного с авиаотрядом заключен тоже контракт. Находится в стадии торгов контракт по проведению взрывных ледокольных работ. Согласно прогнозу, уровень воды при заторе может достичь отметки в 600 сантиметров. При этом неблагоприятная отметка составляет 620 сантиметров, а опасная – 670. При отсутствии заторов уровень воды ожидается в пределах нормы. Приобретен песок. Проводим мероприятия с ТОСами, с руководителями, скажем так, микрорайонов, с тем, чтобы будем, пока уровень такой, 6 метров, в принципе, для нас это тоже уже достаточно критично, то есть будет подтопление, если будет именно 6 метров, уже будет подтопление ряда микрорайонов. Вот, поэтому есть вопросы по укреплению берегов локально, ну, вот, скажем так, готовимся, предприятия все готовы, резервы есть. Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в регионе созданы ресурсы финансовых и материальных резервов на общую сумму более 70 миллионов рублей. В Ненецком округе идет подготовка к Северному завозу 2019. О степени готовности к стратегическому для региона мероприятию представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций доложили на очередном заседании комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимним периодам. Все виды топлива должны быть поставлены в поселение округа до 30 сентября. Отдельным вопросом на заседании рассмотрена ситуация с топливом в арктическом поселке Амдерма, которое находится на особом контроле органов власти региона. Как доложили представители Заполярного района, по проведенной оценке топлива в населенном пункте хватит на 40-50 суток. В настоящее время в Оркуте идет заправка емкостей, которые вышли в сторону Амдермы сегодня. Планируется одним караваном отправить 100 тонн. Еще 40 тонн будет завезено из Каратайки. В рамках Северного завоза 2019 топливо должно быть завезено в Амдерму не позднее 15 июля. Это обеспечит бесперебойную работу энергосберегающих организаций поселения. Почему в Нарьян-Маре нет химчистки? Этот вопрос зрители Севера задали в рамках проведения публичного опроса на страничке телеканала ВКонтакте. За разъяснениями наша съемочная группа отправилась в городское предприятие КБУБО, которое ранее предоставляло услуги химчистки, но 9 лет назад данную деятельность остановило. Ждать ли возрождения или так и придется жителям округа вывозить вещи для химчистки за пределы региона, узнала Наталья Кислякова. Химчистка комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию отработала в Нарьян-Маре всего 7 лет, до 2010 года. Причина закрытия – устаревшее оборудование и убыточная деятельность. Впрочем, химчистка может появиться вновь. Для этого, по словам специалистов комбината, необходимо закупить современное оборудование. Сейчас КБИБО предоставляет лишь услуги прачечной. Сейчас работаем над тем, чтобы закупить эти машины, профессиональные стиральные машины, машина-сушка. Вот, чтобы было. И тогда уже при помощи современной химии, вот, современных чистящих, моющих средств, уже можно будет что-то, какие-то, я скажу, что не в полной мере, не в полный ассортимент всех тех работ, которые можно делать химчистка. Но, в всяком случае, начнем работать. Не так давно в нашем городе появилась химчистка мягкой мебели. Специалисты работают на дому, занимаются очисткой ковров, диванов, кресел и даже автомобильных салонов. В планах у руководителей и химчистка вещевых изделий. Василий Сметанин признается, для расширения функционала необходим спрос на данное направление. Самое главное – не сгибать цену, качество. То, что у нас сейчас успешно получается, и клиентов достаточно много. Возможно, если будет дальше спрос, будет химчистка одежды. Пока смотрим, есть спрос, нету. Для того, чтобы изучить спрос, сотрудники фирмы на своей официальной странице ВКонтакте проводят публичный опрос. По его результатам, отмечает Василий Сметанин, и будет принято решение о том, нужна ли горожанам химчистка. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.